За пизду, бля, я Одер, и это игра Last Diner Survival, и сегодня у нас розыгрыш. Я покажу, как получить вот этот шикарный байк. Давай послушаем, как он мурчит. Как кайфово, да, согласен, но стоит только сделать какое-нибудь сразу движение, так как он сломанный, он сразу пердеть начинает. И разницы нету, какой у тебя байк. Хороший, плохой, все равно пердеть будете, когда бензин кончится. Или же сломается. Так, сегодня, получается, я разыграю 5 премиум доступов. Ничего не видно было. 5 премиум доступов, плюс 50 уровней и 100 ящиков. Будет 5 победителей, которым достанется премиум доступ плюс 10 уровней, по 10 ящиков рейдера и скаута. Так как сезон у нас относится к кратеру, то есть без кратера туда никуда, поэтому и отправляемся сразу туда. Туда, не туда, туда. Здесь тебе не тут, тут тебе не здесь. Не без 10 мне тут. Прогружаемся, версия... Блин, я не знаю, для чего вот это вот цифры сделали, понавешались тут. Так, теперь отправляемся на почту. Я вот как раз таки покажу, что нужно будет получить. Набор сталкера и набор скаута. Ну, сталкер это рейдер, другими словами можно сказать. Так, для того, чтобы их активировать, нужно нажать на смену персонажа. Сейчас уже кратер доступен с 15 уровня. Тут это реально, надо тему для видео записать. Отдельная тема есть, новичок есть, все. Новичка ждем? Ждем. Ох, ты смотри, что? Ты что, коса такая кривая? Серьезно? What? Так. Что касается самого премиум доступа. Был у тебя, например, 20 уровень. Станет 30, и ты меня спокойно перегонишь, если уже не перегнал. Или перегнала. То есть, можно будет вот такой вот шикарный байк получить. Да, красивенький. Мне как бы нравится, он такой немножко на дракона смахивает. Потом, что из такого крутого, запоминающегося? Вот этот вот утюг на спину. Можно сказать, немножко бензобак напоминает. А в эту трубку надо подсос сделать, чтобы бензин достать. Сливать легче будет на привале у дороги. И, конечно, модель кратера, просто миниатюрная. И эти все призы идут уже в сингл-часть, не в кратер. Что касается кратера, самих ящиков. Погнали открывать, ё-моё. Я покажу, что сегодня выпадет. А в конце будут условия для получения. Так, почта. Набор сталкера или набор скаута? Зараженный напоследок. Давай со сталкера начнем. Здесь у нас получается падает НК-416. Надежная винтовка поможет найти выход из самых сложных ситуаций. В принципе, на самом деле, кому вообще лень что-либо качать там, и вы это, возможно, сможете даже использовать. То есть выбили вот там что-то крутое, а я пока что начинаю открывать. Это же тоже в будущем можете продать, если вдруг вам корешков не хватает. Ну, у меня, в принципе, все с этим в порядке. Глядишь, с этих-то насобираем. Я думаю, блин, 10% хотя бы на вот это. О, винтовочка, круто. Это снайперская винтовка, то дробовик или не дробовик. За каждое открытие вы получаете один обычный предмет. Если повезет, вы также получите редкий, очень редкий, крайне редкий предмет. Самодельный дробовик. И самодельная винтовка. Вот помню, раньше были с активными способностями эти... винтовки там, например, дробью дробовик мог стрелять, у пистолета вообще, да, блин, пистолетик, как этот, самодельный пистолет был, у него еще способность вроде бы была замедляющий выстрел или что-то в этом роде, я не помню точно, я уже полгода в кратер не гонял, вот, самодельный дробовик выпал, интересно, сколько стоимость каждого агрегата будет, и мне НК-416 не выпало, окей. Вот, самодельный дробовик и винтовочка. Дальше немножко с этого брони. Но, в принципе, кому нужно, те не будут продавать. Блин, арбалет самодельный, тут не очень, конечно, но посмотрим. Мне кажется, вот это вот будет чаще всего падать, чем какая-нибудь броня. Хотя, я могу ошибаться. За каждое открытие вы получаете один обычный предмет. Если повезет, вы также получите редкий, очень редкий, крайне редкий предмет. Так, пистолетик выбил. Хо-хо-хо-хо! Жесть, пятка. Блин,
Никогда не радовался я пятки своей. Видна, когда девушка поднёс... Сразу два! Ау, щет! Оу, еа! Серьезно? Ребят! Я хочу... Вот тем победителям, кому достанется, чтобы вам чисто вот так вот... В пять наборов вот так выпало. Две фиолетовые сразу, это жесть просто! А почему? За каждое открытие вы получите один обычный предмет. Если повезет, вы также получите... А, по два предмета, если везет. Окей, понял. Оказывается, вот такие вот дела. О, тут проценты, кстати, пишут. Шансы предметов в зависимости от их редкости. Редкие от 20, очень редкие от 10, крайне редкие. Да, крайне редкие фиолеты. Ну и все. Я что получил? Что за палочка-выручалочка? Ой, подожди. Боевая клюшка, одна штука. Блин, я это все доставать не хочу. Я хотел бы посмотреть, что за сколько можно продать, но я думаю, это не стоит того. Поэтому продолжаем просто нагибать дальше. И дропы, может быть, прям в конце ролика откроем. Теперь переходим к условиям. Будет 5 победителей. Основное... Главное условие — подписка на канал. Второе главное условие, вот это обязательно, открыть подписки у себя на канале, чтобы я видел и проверил, подписан человек или не подписан. Это очень важное условие, потому что победители, если не откроют подписки, то будут проблемы. Сейчас я вам покажу, как открывать. Ну, например, на том же Блюстаксе. Я играю на эмуляторе, соответственно, это, грубо говоря, мой телефон. Нажимаем на логотип канала свой. У тебя там, может, вообще нету картинки. Но с картинкой гораздо интереснее, с аватарочкой. Нажимаем мой канал. У тебя свой канал. И на вот эту маленькую шестеренку будет нажать. После чего, вот здесь в разделе «Конфиденциальность», не показывать информацию о моих подписках. Галочка должна быть убрана. Если все хорошо, значит, у тебя есть неплохой шанс победить. Если сомневаешься, что подписки открыты, то прямо в комментариях можно спросить. Если что, другие зрители ответят, либо на крайний случай, если у меня будет возможность, отвечу я, проверю. Естественно. Если кто-то не досмотрит до конца, сами виноваты. Нам нужно: первое — подписка, второе — открыть подписки, третье — поставить лайк и написать любой комментарий. Без комментария участие не принимается. Пожалуй, затягивать не буду, поэтому подарочные посылки я не буду открывать. Но что касается подарочных посылок, это Twitch Drop. Видео у меня было на канале. Приятного просмотра, можете перейти посмотреть по подсказке. Вот в том углу дальнем. Ой, в этом дальнем углу. Два видео будет, где я открывал кучу таких посылок и как их получить. Все, пока-пока. Запись дубля. Yes, the boat run. Oh, yeah.